Доброй ночи, добрый день, доброе утро, с вами Жесткий Викинг и Руви, ребята. Сегодня мы играем в Battleground, и играем мы не в обычном режиме, Расскажи ты, давай, я хочу, чтобы ты сказал. Ладно, мы играем в режиме от первого лица, как бы мы в дуо этого еще не делали, и сейчас прям реально интересно увидеть, что же тут у нас получится. Да, ребята, тема интересная, поэтому сейчас посмотрим. Опа, слушай, глушак подъехал на пес сразу же. Надо пес найти сам. Опа, вот и пест. У меня пока только дробашек. Слушай, живем. Короче, друзья, режим правда интересный, но играть в нем довольно непросто, потому что, ну, необычно, неудобно. Эта игра, мне кажется, вообще тупо заточена под режим от третьего лица, поэтому, ну, такое как бы. Да, так что мы, ребят, скажем реально, мы новички в этом режиме, мы толком тут не играли, вот буквально только с вами, и вот в это, может быть, могут быть траблы. Да, ребята, поэтому надеемся, то, что лажать и роковать не будем. Так, вот у тебя вроде там чисто, и проблем да, особо нет. У меня уже СКС-очка и дробашек. И, ребята, у нас к вам предложение, Даня. Рассказывай, какое у нас предложение. Ну, короче, хотелось бы занять топич в этой катке. И, собственно, чтобы вы нас поддержали лайкосами. А, я имею в виду другое предложение. Какое? Ну, типа, если на этом видео наберется до завтра у меня 1000 лайков, а у тебя... Ну, допустим, 450? Вот, то завтра же мы выпускаем еще один видосик по PUBG от первого лица. То есть ты думаешь, что если пацанам зайдет, то и они захотят еще раз, то как раз по лайкам можно будет проверить, зайдет или нет, и запустить, допустим, еще один разок режим вот этот вот, да? Ну, пацанам и девушкам, да. Да, именно. Слушай, так, ну, будь что, что у тебя вообще вот по всему наборчику? Так, у меня есть пест и юмпа, все. А у меня пока есть только СКС и дробаш. Нифига ты мажоришь. Ну я такой, ну типа слабенькое оружие нашел. Ой, ну, ты короче. Ой, я офигел, лол. Ребята, блин, дико страшно периодически по тебе стрелять, ты тупо даже не понимаешь откуда. Да, и знаете, вот третье лицо, вот в смысле первое лицо наоборот. Третий броник. Красиво. Вот, а первое лицо, в чем прикол, у вас нет полного обзора направо-налево. Видите, вот сейчас вот я, допустим, нажимаю вот так, альт, да? И все, вот нет обзора. То есть нельзя развернуться вот так вот, видите, пацаны, на 360 поразворачиваться. Да, вот именно из-за этого не видно противников, но прикол в том, что, типа, противники тоже тебя так не видят. Ну да, то есть, как говорится, две стороны медали. Слушай, блин, что-то прицела падало, нет. Падало много людей, но я никого не вижу, вот меня это пугает, капец. Такая же тема, ребята, но это город, это у нас починки, да? Да, это починки. Да. Но челиков что-то... Опа, Дань, чувак, впереди. Убил. Хорош. Что он там делал? Я не понял. Так, смотри, может он за кем-то наблюдал? Может, он кого-то лутал вроде бы, Дань. Нет, будь. Да, и а что он там сидел? Он что, решил покекать, не понял? Нет, тут нет больше никого, тут некого лутать. Реально? Да. Тогда Дань пошел к тебе. Давай, слушай, блин, опасненько. Что он там делал, я не понял. Может быть, он просто отошел? Может быть, он решил просто отдохнуть, посидеть? Ты фиг его знает, слушай, опасненько. Но я у него сайгу спионерил со вторым шлемом. Короче, у меня второй шлем и третий броник. Слушай, живешь. Очень нужен прицел срочно. Вот-вот, да. Такая же ситуация, прицела вообще нет, нифига вообще нет. И это плохо. Угу, это очень грустно. Так, так первый опа. Броник тебе нужен, не? Опа, слышал? Да. Так, пошли врываться. Че, прям поработаем по девочкам. Сразу же. Так, тут увеличено для тебя, сейчас попробую взять. А нет, не вылазит. Вот, не могу взять. Прямо в этом здании, Дань. Я слышу, да. Я офигеваю. Я подхожу. Нам нужно где-то заныкаться. В смысле, видишь? Подожди, ты там живешь? Минус два. Минус два? Да. Реально, так. Два кило. Опа! О. Не понял. Да, вижу, ныкайся. Где? Не вижу. Не понял, что это было. Откуда он стреляет? Да не полутайся, подожди, заныкаться можешь? Я заныкался, все у меня нормально. А где, интересно? Блин, пацаны, сложно вообще, непонятно. Да, я спионер четырёхкратник. Давай, бери. Слушай, бой, ты реально. Можешь сейчас заныкаться, Дань? Я заныкан, я в безопасности, не переживаю, но я не понимаю, откуда он палил по нам. Даня, пока хиляйся, окей? Да, без проблем. Он бой, был где-то очень рядом, капец. Вообще, ну где? Слушай, а может быть из того дома? Где ты убил тех типов? Да. Слушай, я не знаю. Тоже? Блин, ребята, сложно очень. Ну и прикольно, первое лицо прям, ребят, сразу говорим, что мы не гарантируем вам хорошую позицию. Но мы гарантируем вам просто, ну, интересную катку, это как минимум, ребята, потому что это интересно. Да, потому что первую позицию в этом режиме, при том, что мы новички, будет сложно, очень сложно взять. Я серьезно говорю, я даже никогда не видел, как люди бы брали от первого лица первое место. Да, до этих мест мы тупо не доходили, как бы, да? Это так. Да, то есть...
Слушай, блин, вообще я не понимаю. Я вот сейчас чекаю четырёхкратника, нифига не понимаю. Это я ты? Я тоже. Фух. Это я, да. Я уже боюсь всего. Слушай, ты тех челиков залутал? А я не все залутал, я, ну, просто пересрал, и я успел взять давай, только прицел. Давай вместе, друг друга прикрываем, будем лутать. Сейчас бегу, да не подожди. Давай. Я прибежал. Готов. Хорош, первый прицел подъехал. Короче, я тебя прикрываю, Дань. Давай, отлично. Так, может так. Быть, он был в кукушке, что думаешь? Фиг его знает, будь. Я вообще не знаю, капец. Так. Ладно, я пытаюсь чекать все вокруг. Так, тихонечко. Ты что, трупак какой-то, Дань? Я не знаю, будь, вообще. Тут была шапка какая-то просто так. Вообще без понятия просто. Так, Боти, я лутаю, мне бы это не помешало твое прикрытие. А, я туда, я типа тут все контролирую. Окей, ушки, я понял. Так, ну все, я, короче, топ эмоч себе собрал, фу. Хорош, хорош. Я, короче, Дань, я пошел подразнись. Пусть он спалится, ты... Дань. Ты думаешь? Да. Окей, давай, иду. Гад, не палится, я не понимаю, где он. Я тоже не понимаю. Окей, Дань, я, короче, прям тупо палюсь, смотри. Я даже поработаю. Вижу! Боти, где? Вон, вход. Вход в дом, впереди, 330, чуть правее. Понял, он убежал, да? Направо. Он убежал направо. Ой, работает, видишь? Работает, да. Вырубил. Хорош, друга надо искать. Так, у него где-то друг, значит. Или он одинок, опа. Друг, вот, впереди. Вижу. Так, вижу. Я чекаю. Давай, ты туда, я этого чекаю. Так, тут валяется. Да. Ему надо перебегать, короче, надо к нему. Да. Так, ладно, аккуратненько. Тихонечко будь. Я здесь, возле этого. Давай так, ты право чекаешь, я лево чекаю. Угу. Но надо вместе держаться. Да, очень вместе. Он может тупо обижать где-то. Да. Так, я иду к тебе, Боти. Опа. Вижу. Убил. Фух, красиво, слушай. Фу, ну это было как-то сложно немного на самом деле. Именно сложно в том плане, ты не понимаешь периодически, откуда по тебе работают. Это полный капец. Вот этот вообще, блин, без лута хорош. Говно какое-то, тупо у него капец. Так. Ну, у меня тоже такое. Я единственное, что с него подобрал, ценно, это сковородку. Ну, и аптечку. Ну, как бы относительно нормально. Наверное, я выкину дроваш, возьму юмпу, короче. Давай, так, увеличенный. Ну да, будь такое себе, если честно. Так, сейчас. Так, я тебе могу смотреть, что у тебя... А, у тебя... Дань, ты пульки на юмпу забрал, дай пресс. Да, держи. А держи. Ты, что-то нифига. Я тебе набросил. А возьми также, будь, вот это, если надо. Могу дать вот это вот. О-о-о. Возьми один паркетик. Возьми вот эту вот тему и возьми, допустим, 6 бинтиков. Я запутался вообще во всем. Короче, бери все, что я забросил, не прогадаешь. Блин, этот гад мне прокосил третий броник, вот гадина. Вообще в хлам. Ну, такое, да. Ну, 175 хп осталось. Да, даже первый будет получше. Блин, обидно. Окей, предлагайте бежать уже в зону, потому что мы уже как бы, ну, не в зоне. Нужно двигаться. Ну да, тут нам немножко. Слушай, я где-то для тебя видел обойму. Я прям хочу, чтобы ты ее взял. А, на снайперку, в смысле, да? Да, попробую тебе ее найти. Сейчас, по-моему, в этом доме она была. Если что, у тебя есть, допустим, там пульки на 7-2, то как бы я бы, типа, ну, взял бы. Не. Так, вот нашел, я тебе увеличенный магазин. Сейчас принесу. Прикинь, у меня всего 11 пулек на снайперку. Капец, фигово. Держи, бать. Спасибо большое. О, офигенно. Так, ну ладно, мы уже не успеем полутать, нам нужно реально бежать срочно. Нужно бегировать как можно быстрее. Слушай, а зона-то на Сосновиче будет, ёлы-палы. А, на мост надо как-то переходить, капец. Блин, у нас, ребята, не тачи, нифига. Не, ну интересно, сколько у тебя уже килов будет? Ну у меня уже как бы 2, уже неплохо. У меня тоже 3, слушай, найс. Ребят, как мы говорили, первое место не обещаем, но постараемся сделать как можно более нормальную игру от первого лица, так как первое лицо для нас что-то новенькое. Да, ребята, ну, надеюсь, интересно будет, правда, всем. Так, хорошо. Ну, впрочем, смотри, наша задача взять транспорт и как-то проехать мост вижу, потом. Бани. Да, вижу. Так, отлично, как-то вижу. Проехать мост, черт возьми. Да мост, я думаю, мы пролетим, не проблема, в принципе. Ну, не знаю, что сказать. Но, по идее, не будет так прям плотно, чтобы, ух, нормально, должны пролететь. У нас, в принципе, смотри, и броня, и шлемаки, и хилы, и оружие. Короче, живем. Прикинь, у меня пест, юмпа и эмка, и на всех... оружиях топ обвеса. Все фуловое, да, типа по обвесам? Да, то есть... Стой, Дань, подожди, я похиляюсь. Все. Так. Давай, у меня, прикинь, да, на пистолете глушак, тупо прицел, увеличенный магазин топовый, то есть юмпа с глушителем, эмка с 4-кратико-компенсатором. Чё-то сильно готов? Жестко. Готов быть? Сейчас я бухаю энергетиком. Давай, жду. Так, и еще, и приму, наверное, 2, чтобы у меня топ все получилось. Давай. Так, сейчас. Понял, погнали. Так, все, полетели. Так, ну что, ребята, пошумим? Пошумим. Блин, вот единственная наша проблема. Мы едем, и нас звук баги люто заглушает. Да, вот из-за скайпа, ребят. Что мы сидим, вот как, ну, как, мы, как правило, сидим в программе Discord. Ну, типа, возможно, вы знаете, не знаете, неважно. Ну, а сейчас решили пересесть на скайп.
Да, ребята, сейчас, секундочку, слушай, Боти, я немножко звук себе подкручу, а то меня слышно плохо. Тебя, да? Я так, понял, ребята, ну погнали. Момент. Во, вот так, я думаю, лучше. Все шикарно, я готов ломать лица с юмпой от первого лица. Все, ребята, полетели топить. Слушай, от первого лица красивее, кстати, с юмпой стрелять. Ну, это да. Тут уже попадать можно реально по дороге. Капец, тебя вообще собаки-то не слышно. Серьезно, буду говорить громче, как можно громче. Я, короче, не буду тогда шафтовать, чтобы лучше было слышно. Хорошо, хорошая идея. Надеюсь, так правда. Слушай, у меня опять звук слетел, капец. Когда микрофон понимает, что я громко говорю, он сам автоматически его регулирует. Ну, окей, а там тебе нужно, да, снизить. Может, го-маяк или... Давай тормознём справа, давай справа тормознём. Вот тут, да. Красиво. Так, все. Выходим? Даже вышли, живем. Блин, у меня 11 пулек на СКС, ну вы что, троллите? Надо было какие-нибудь... Слушай, давай вот эти вот дома полутаем сейчас тоже. Вижу, да, на мосту есть. Есть, да? Да. Видишь? Да, я тоже вижу. Погнали, давай, не палимся. Блин, хорош. Два попадания. Серьезно? Да. Я погнал лутать эти здания, так как мне нужны патроны на 7.62. Давай. Слушай, мне бы тоже 5.56 пригодились, 37 пулек, это все, что у меня осталось. Да, они у меня есть... А, нету, блин, я забыл. Бомжуем. Придется, видать, с юмпой мне работать. Мне тоже, прикинь, капец. Слушай, обидно. Второй броник подъехал, фуловый надо? А второй броник, фуловый... Да возьми вместо третьего поломанного. Да-да, возьму так. А рюкзак второй? Вот, СКС-ка. Для тебя тут пульки. Серьезно? Саша. Офигенно. Бегу, Дань. Блин, мне бы надо быть этим. Я еще упал, минус ХП. Зеленых у меня реально нет. Я вроде бы не подбирал, но что-то куда-то их просрал. Дань, а где второй броник? На первом этаже, а это на втором. Слушай, ну вообще огонь, я погнал на второй. Ой. Дань, нам нужно как бы двигаться, зона, видишь, подходит. Угу. Ой, огонь, ой, круто, ой, хорошо-то как. Короче, они все там будут, на мосту до сих пор. Короче, нам нужно ближе подъезжать. Го на лодочку, я думаю, залетим. Думаешь, мы найдем лодочку? Ты думаешь, эти гады нас не отработают на лодочке? Да не, просто мне кажется, на мост ехать самоубийством. У меня, Дань. Опа, работают. Так. Блин. Не. Нормально, я монтирую, все нормально. Думаешь, не попаду, да? Надеюсь, нет. Короче, нам нужно тупо прыгнуть на лодку, я за бугром. И главное, и чтобы, если что, Дань, просто выпрыгивай с лодки. Да я не думаю, что они... Я поеду далеко от них, поэтому они не будут так прыгать. Ну, как бы лично я с тобой и вообще вот со всеми, мы постоянно взрываем этот транспорт. Ну, надеюсь, все будет нормально. Но мы взрываем-то, когда играем с квадами, а там, типа, вчетвером разваливаем. Ну, а, типа, двоим сложнее подрывать. Видишь, работает. Прям косые вижу, да-да-да. Да-да-да. Косые, попадут разок точно. Не, ну это да. Блин, ну в воде уже не попадут. Ну, мы... Так, Боти, я сел. Я сейчас бегу. Нифига! Скара, вырубили это с домов! С домов? Дань, как нырнуть? Понял, нырнул. Дань, я лекаю. О, майн гад. Что там делать? Скара с домов, прикинь. Дань, сразу садись в лодку и гоняем, понял? А если собьют? Ну, уже там опять пополню. Ты готов? Окей, да. Стой, я не сел. Я не сел. Я ты идёшь только. Да. Так. Я сел, погнали. Я тоже. Сел? Да. Газу, давай. Газу. Ребята, видите мои хитпоинты? Это просто полная жесть. Вообще, надо отхилиться возле берега. Да. Глянь, монтируем. Хорош. Ой. Я сел сюда. Давай. Выпрыгиваем, да? Сейчас, да, вылезем на берег. И за лодкой сразу. За лодкой, да. Выходим. Вышел. Тупо лёг. Побежали. Блин, а если скара? Дань. Я бегу. Надо убегать тебе в твоем случае. Одно попадание по мне, прикинь, я упаду, будь. Блин, да я тебя прикрою, давай. Это кирдык просто, это просто Дань, кирдык. Я отвлекаю внимание, Дань, я отвлекаю внимание. Слушай, они вообще ни разу не попали. Только тот челик с кара. Опа. Так. Нам нужен дом, срочно, Дань. Так же, ребята, мы были близки сейчас к смерти. О, а прикинь, да, вижу. Дань, короче, ты главное хиляйся, я прикрою. Я хиляюсь. Слушай, как же мне нужен шлем в этих домах. Капец, опасненько. Слушай, мы затащили, ну как бы затащили, мы круто, вообще круто убежали. Мы убежали просто нереально. No real, так. Так, в воде тупо лекать, о, жесть. Они по-прежнему стреляют. Они какие-то вообще бесстрашные, тебе не кажется? Они реально психи просто. Ну ладно, мы вас запомнили, ребят, мы вас реально запомнили. Вам, кирдык, лучше до финала не доживайте, то пэмэч. Да? Да. Слушай, ну я, наверное, с юмпой, я, наверное, с юмпой попробую. Ой, будь как хочешь. Ну знаешь, типа юмпа, она такая вот маленькая, но прикольная. Бой, тут для тебя лежат пульки. На 70, да? Mm-hmm. О, да, бегу. Давай. Так, вижу. О, огонь! Так, живем, слушайте, ребята, правда живем. Слушай, а у тебя есть что, буст есть?
Могу дать энергетик один. А, я просто один приму, потом у нас будет здесь еще что-то. Хотя, знаешь, принимать не буду, я рискну по барабану. Для меня будет единственный вот энергетик как раз остался, я не знаю. Опа, да они продолжают работать. Они вообще бесстрашные, я не понял. Может, другие, подожди. Да что нет, это такое? Откуда? Они какие-то монстры. Я говорю, серьезно, что за дичь? Пойду почекаю с горочки. Я не понимаю, откуда реально столько выстрелов. У них вообще бесконечно пулик, что это? Я не понимаю, откуда они... Слушайте, вот ребята от первого лица играешь, ты просто не врубаешь, откуда стреляют. Окей, я сейчас чекаю мост. Слушай, утекнем отсюда просто. Они монстры! Они да, реально какие-то психи. И сам прикол, что промахиваются постоянно, ни разу не попали. Второй шлем и глушак, я в шоке. Как же мне... Еще пламегаз будет. Офигеть. Как же мне не на что. Слушай, это классно, это вот... Это знак того, что должны тащить. Я, ребята, в шоке просто, реально. У меня, прикинь, на пистолете глушак, на юмпике глушак и на топемке глушак. Все, а у меня нигде глушак. Ладно, ребята, как минимум один на команду, это уже к победе. Да, это уже к большой победе. Блин, ну мне просто интересный вопрос, вот как они могли стрелять, вот и попадать, там же пригорок, черт возьми. Я реально не понимаю, может быть они отфига просто рубили, но мне это не нравится, короче. Они какие-то психи, они долбанутые. Они просто больные на голову. Да. Слушай, мы в зоне. Это чаще зона сузится, глянем, что где будет вообще. Так, слушай, ну... Да, вот сейчас уже подойдет зона как раз, и это будет прям правда интересно. Ну, Сосновка, конечно же, тут прям центр, прям, считай. Ну да, Сосновка будет опасная территория. Давай, зона, удиви. Ну, давай, давай у нас. Давай, раз, два, давай, три. Чекаем. О, хорош. О, слушай, Сосновочка держится. Ну, главное, что как бы не так далеко от нас. Главное, что не в жопе. Это правда. Я чё-то к мосту бегу, я вообще бесстрашный. Так, короче, гу, ближе именно к Соснове. Побежали. Слушай, будь там домики довольно неплохие, я тебе предлагаю в них перекантоваться. Знаешь, чем прикол домиков? Мы как бы там ныкаемся, но мы потом оттуда, ну, будет тяжело выбегать и... Ну, такая ситуация. Ты предлагаешь забить на них? Да, предлагаю забить, а где-то за камушками, за травкой где-то лежать и ждать. Понял, это у меня багануло или они взяли и закрыли дверь? Ты поехал! У меня только что была открытая дверь, и она стала закрыта. Да? Да. А какой домик именно, Дань? Видишь, который с балкончиком таким? А, который двухэтажный, такой красная крыша, да, оранжевая такая, да? Да. Там была закрыта дверь, ее открыто, вернее, ее резко закрыли. Какие-то тупо прячущиеся дача справа, люди, хоть, да? Хоть справа дачи берем. Ну, а куда мы поедем на ней? Вопрос. Дань, видишь, баги стоит, может быть, это их баги, хотя, блин, непонятно. Да, есть дом, есть! Есть? Да, я с четвергой. Я вижу. Дань, давай видим. Спрячемся так, за палюсь, пригорок, за пригорок. Да. Окей, я не палюсь. Слушай, а тебе не показалось, я уже думал, что ты псих. Я реально думал, что я уже тронулся просто. Так. Но я просто на этот, ради теста очень низкий поставил себе, и поэтому, возможно, у меня просто не прогружается. Окей, а может, кого тогда вперед на горочку, вот оттуда поработаем? Нам бы камушек какой-то, чтобы прятаться. Ну, давай что-нибудь посмотрим. А то что-то, блин, реально прятаться негде, это капец. Это правда, ребят, капец. Да еще и от третьего лица непонятно, где люди, вообще не врубаешь. О, в смысле, от первого. Дань. Что? Вот тут как бы горка и как бы домики. Может быть, их прочекаем? Ну, это маленькие домики, тут вряд ли кто-то сидел бы. Ну, как бы Уазик ехал в эту сторону, ну а вдруг? Ну, давай глянем, короче. Но ситуации могут быть разные, как бы, да? Ну, это да, это правда. Я чекаю. Мне это пугает, капец. Такая же тема. Не, ну вроде голяк. Ну, вроде пусто, да, пусто. Но я еще все-таки боюсь, подожди. Нужно быть начеку. Аптечка. Воу. Самолет будь. Да, я бы, в принципе, даже полутал, кстати. Так, ну давай для начала посмотрим. Так, он летит, куда он падает? В принципе, нормально летит. Где я вижу, наверное. Да, вижу. Давай, вот братюнь. В принципе, сейчас пригодилась и дача. Залутать пойти, да? Упал. Опа. Погнали за дачей. Интересно, один будет или нет? Скажи, офигенная идея лутать аэродроп под конец каточки. Ну как сказать конец? Да, офигенная. Офигенная, просто офигенная идея. Ладно, попробуем, да? Ну попытка не пытка, по крайней мере, это правда. Ребят, если сольемся, мы вас предупредили, окей? Это будет нормой. Короче, прям газуем. Опа. Опа. Ой, впереди, я вижу, Дань, впереди. Я тоже вижу. Точно видишь? Да. Да сколько тебе надо попасть-то? Убил. Капец, я в него попал 4 раза, ты не представляешь. И он не умирал, да? И он просто не умирал, это блин, какая-то дичь, серьезно. Так, вот, секундочку, ребята, сорян за технические неполадки, у меня просто слетает звук. Дань, погнали, быстрей. Так, я иду. Я подъезжаю.
Чё, лутать, наверное, не будем, нужно быстрее. Да, давай пролутаем, нормально. Чувака? Мне кажется, за аэром мы уже не успеваем быть. Чё, лутаем чувака, точно, да? Да. Окей, тормозим. Ну, допустим, у него были для тебя патроны. А, ну да, он же стрелял с КСК вроде бы. Так, броник в говно прокоцанный, я понял. Смотри, сколько у него всего, ёлки-палки. Слушай, чё у него СКС-очка, так, сковородочку я заберу. Это я заберу. О, пульки. Ой, тебе, да, которые нужны? Да. Прям тут разгребли, пацана. Я бущусь. Давай. Мы не в зоне, кстати, сейчас стоим. Да, нужно чуть быстрее вперед. В смысле, так, и возьму, короче, дачу, может пригодиться. Так, погоди, я побинтуюсь. Давай, я пока иду в зону. Давай, отлично. Слушайте, ребята, потная, правда, очень интересная карточка получается. Ну, как бы очень странная, непонятная, как бы. Скажу вам честно, может быть, мы, конечно, немножко так вот, ну, как-то, ну, не особо активно хоть разговариваем. Да я тоже, может, попробуем? Давай не будем к нему подъезжать, а подойдем. Или подъедем. Блин, я не знаю. Слушай. Я не знаю. Так вот, ребята, возможно, вы не очень активно разговариваем, просто первое лицо непривычно. Это правда. Слушай, я даже не знаю. Слушай, давай не будем. Окей, да, давай. Играем, ребята, на позицию, не на экшен, потому что, скорее всего, возле аэро нас будет ждать экшен. Просто а вот эти вот чисто. Домики, гребаные домики, они вот чекают аэродроп 100%. Ну да, там уже. Ждут таких дурачков, как мы, как бы, да? Так, короче, я тебе предлагаю как-нибудь осторожно. Слушай, может быть, доедем до зоны? А зона где? Мне кажется, бежать далеко, правда, придется. Не, ну, на самом деле, я добегаю, давай попробуем, Дань. Ну просто тачка очень палева. А мы без шифта поедем. Так. Я все равно слышно. Так, ладно, тогда забью на эту идею, что-то она у меня в горке встала и не едет абсолютно. Не, ну просто видишь, блин, тачка-то сильно палева. Ну, просто возможно. Первое лицо нас могут просто не... Ой, лол! Что он тут делал? Дань! Я иду быть. Что там они он... тут... А где еще? Тут друг. Что он тут делал? У меня, Дань! Так, он коцанный в говно. Где? Убил. Что это было, чуваки? А что случилось там? Я бегу, он прям под ногами у меня, я в него врезался почти. Серьезно? Он просто у меня под ногами был. Обалдеть. О, май гад. Вроде живем. Я вообще еле-еле размотал. Тупо минус мозг. Так, Бодь, а где еще один? Вот он, я его тут наткнулся на него. Восьмикратник. Я брать, наверное, не буду, я, наверное, пострелять с четырех. Хотя, знаешь, возьму. Бери. Хороший. Блин, ну это тупо просто... И просто все. Вот пламегаст тебе нужен? На что? На снайперку. А, вот да. справа УАЗик. Понял. Так. Просто надо бежать в зону. О, да, побежали. Мы успеем. Смотри, аэродроп валяется справа, еще слева аэродроп. Ёлка. Где? Вот, смотри, один, видишь, по прямой валяется аэродроп. По прямой. А, да, вижу, далеко, да? Офигеть. Опа, кто-то работает, Дань. По мне нет. Ну не по мне, ну так вообще. Слушай, мы добегаем. Ну, вроде бы мы выгоняем зону. Нам нужно добежать до забора, считай. Слышу справа, да? Да, прям рядом. И через слева были, типа, помнишь, в том доме? Так, ну я почекаю. Они вроде не идут. Не, ну я тоже так смотрю. Я говорю, давай, я чекаю право, ты лево. Угу. Блин, что там происходит? Справа замесы лютые просто, да, ребята, да. Лютейшие. Так, ну смотри, Бодь, нам нужно считать до забора и добежать. Слушай, ну мы красиво, мы как раз обогнали зону, вообще идеально. Угу. План... Еще и челиков успели развалить красиво, короче. Блин, ну вот уже, сколько у нас уже в сумме, сколько тебе киллов? 4. 4, 8. Слушай, огонь. Дай прочекаем эти домики, может быть, заныкаемся возле них. Давай. Ты чекай право, я лево. Да, я маленький чекаю. Давай. Пусто. Как тот типок, я так пересрал, ты не представляешь. Так, Бодь, я туалет не чекал. Я прочекал, Дань. Вот это вот, вернее, не туалет, а ванную. А я просмотрел, так. Фух, слушай, зона рядом. Да, зона, кстати, зона просто огонь. Угу. Так, интересно, аэродроп лутают? Блин, я не пойду. Смотри, там капец, просто повсюду красные дымы. Я в шоке. Капец. Это, ребята, восьмикратник. Восьмикратник покруче, тупо все вижу. Ну да, у меня 4x, у тебя 8x прям идеально, правда. Так. Опа. Где-то вот там справа. На горе. О, вижу, Дань! Далеко? Ща кину в голову сейчас. А где именно? Попал. Там вот S, тупо S. Тупо S. Там УАЗик стоит еще. Он лег, он дебил. О, вырубил! Видишь, там дерево УАЗик. Да, а вон вижу полтора. Убил. Хорош, убил, видел четко. Друг есть, да, точно есть друг. Так, сейчас, погоди, я прямой энергии. Есть друг, бежит. Так, работай, Бодь. Твоя дистанция. Попадать сложно. Я понимаю, что там шатает очень жестко. Блин, он меня полюбас уже спалил, он же должен меня спалить. Давай отойдем, нафиг оно нам нужно. Гу, короче, на левую сторону, к деревьям, там зона ближе. Блин, ну нам нужно наоборот право, кстати, вот в чем прикол. Ну, мы будем... Ну, как-то мы давай... Опа! Да. Друг.
Друг, лови. Возле вазика. Да, возле вазика. Дань, я видел возле вазика. Дай подорвем, подорвем. Долго придется, мне кажется, рубить. Справа. Попал. Попал тоже, по-моему. Может быть, взрывная волна его зацепит, Дань? Возможно, я работаю. Нет, походу. Чё-то нет. Тогда и медленно двигаться, если что, чекать. Дай прям боком пойдем. Давай, тихо. Я чекаю периодически. Блин. Нам еще вперед надо, вот в чем трабл. Вон там, за ним. Вылазит? Вижу. Вылазит справа. Попал. Красиво, слушай. По два раза сказки уже получил, чувак. Слушай, братан, ну ты еще долго? Вот слева лежит, бот лево лег. Попал. Убил в голову! Убил! В пульке одной, прикинь. Блин, вообще огонь. 5 убийств, да, у тебя тоже? Да, у меня тоже. 10. Чирик, ребята, мы убили 1/10 всего сервера, я в шоке. От первого лица причем, понимаете? Ага. Бодя, бегут. Где? Ешка. Ешка? Да, попал. Не вижу нифига, я просто за горочку зашел. Все нормально, забей, я его просто пугал. Ребята, топ! Топ 10. Топ 10 уже. Бодя справа, справа от тебя там чилики. Он бежал как бы в зону. Понял. Тут еще эта заведена машинка, блин. Да ладно, ее давно нужен. Да, мне кажется, просто. Меня это пугает. Так, осторожно, Бодя. Понимаешь, мы можем за жопу, по идее, не беспокоиться особо активно. Ну да. Мы за пригорочком. Так, вот за этим пригорком, видишь, на куда ты сейчас смотришь, там, туда да, бежал да, чилик. Да, вот там вот на горочку дальше забегай, вот там точно есть люди. Да, вот именно его я и нашивал. Блин, а пригорок такой не особо мне нравится. Да, мне тоже не особо нравится. Ты... Опа, да. А. Ой, зона, что за жопа? М24 слышу? А, нет. М24 с глушителя где-то на 165 стреляла. Я все прослушал, я от паники. Я понял. Так, не паникуем, да, реально, давай за дерево встанем. Уж камешек четкий. Так, Дань. Дерево впереди. Масхалат. Вижу. Погнали! Убил в голову! Красиво. Я заметил масхалат тупо. Так. Лучше просто реально красавчик. Чувак, 7 живых. Я попробую будет подойти к челику с масхалатом и забрать масхалат и М24. Да, забирай это все дело, вообще будешь снипером. Главное, чтобы не встретили с домов. Я чекаю. Вижу! Где? Он тебя чекает. Да, вижу. Вырубил! Просто видел, как ты его наказал. Так. Там же друг так, есть. Раз, взял. Дань, нам нужно позицию какую-то взять, заныкаться. Эти же гады нас отработают сейчас. Да, я понимаю, сейчас. Вижу камень. 10 энергетиков у него, я просто в шоке. Живируй. Ой, я его вижу, он меня чекает, Дань. У меня все отлично было. Так, сейчас подожди, я тебя прикрою. Я пью больку, перезаряжаем 2-4 и начинаю тебе помогать. Блин. О, они за машинкой, Дань. Ну, понял. За которой? Ну вот та, которая вот впереди такая вот взорванная. Слева, прям слева стороны дома, прям вот дом такой красненький. Ага, понял. Ну тупо за взорванная машина, дай. Вот нам опа. Зона. Я бегу к тебе. Опа, по мне. Дань, меня чекают. Я бегу хорошо. Я прикрываю, короче, Дань. Хорошо, я бегу. Так. Так, я пробегаю. Зона пошла. Короче, работает на горе, вот там вот гора. Видишь, справа, вот, короче, корда. 195. Работает. Я видел. Опа, нам работает тоже. Красавчик видел, попал ты. Так. Вот зона. Блин, побежали, там еще слева. Блин, те гады слева. Так, это они сейчас. Валяйте. Попал. Вырубил! Свободь. Да, побежали, надо лечь. Так, я в того челик попал. Ай, как же она больно бьет. Тихо. Так, я забежал. Ой, тоже. Ой, они там с дома прыгают. Я лег. Так, я тебе. Блин, от первого лица вообще лежа ничего не видно. Меня ты где? Это с дома. Ты сможешь? Да, это с дома. Подожди, я должен. Ой. А он меня убил. Так, убил. Это тот, что с дома, помнишь, который его тимает. Я понял. Так, это надеемся на бой. Хиляюсь. Ну блин, на самом деле, ребят, я не гарантирую, так как справа вообще меня полностью. Кто? Слепцы из дома. Еще нельзя посмотреть, идет или нет. Вообще фигня. Короче, бот, если что, у меня М24, глушитель, куча бустов, огромная куча. Он идет. По-моему. В смысле идет? Они это стрельбают. Ух ты, нихера. Он не по тебе стреляет, по-моему. Понял. Так, вижу. Вон он. Да я не понял. Он без шлема, если что. Воу! Коряк. Это справа. Слушайте, ребята, блин, ну 5 убийств. С двух сторон поджали. Наша первая реально годная игра. От первого лица. От первого лица. И при том, да, что блин. Мы как бы до этого особо активно не разыгрывались, реально. Ты кому? Мы сколько вообще в этот режим сыграли? Может, ну раза 3 максимум. Ну третий максимум, ребят. Ну, получилось 11 убийств в сумме. 11. Нифигово. Блин, ну круто. Короче, друзья, мы правда надеемся, что ролик вам действительно зашел. Ребят, если вам это все дело реально понравилось, то не забывайте про лайки. Много-много лайков, больше видосиков по Battleground и по первому лицу и так далее. Так что с вас лайк, подписка, а с нас все, короче, пока. Да, ребят, с нас видосики. Все, всем удачи. Спасибо за просмотр.